Доброго времени суток. Мы снова с вами в игре Jedi Dynasty Reborn. Давайте сегодня мы рассмотрим, что это вот такое за значок под картой. Нажав на него, мы увидим вот такого вот мальчика. Тут же есть кнопки кормить, призыв, пока еще не активна кнопка магазин и достижения. Нам нужно с вами нажать кнопку призыв. Закрываем и видим, что мальчик появился около нас. Нажимаем на него. Нажимаем на задание. Нажимаем на хорошо телепорт. И переносимся на место нашего задания. Мы с вами бежим по карте вот к алтарю падших. Тут как раз портал, есть наш силкай. Я по дороге заодно портал активируем. И вот нам нужны эти демонические мечники. Используем на них динамик, который нам дал Силкай. И вот у нас тут уже высыпало очень много ядра демона, которое мне нужно. Сейчас я его соберу. Смотрим, сколько нам тут нужно собрать. Ага, мы уже собрали полный комплект. Теперь мы можем подойти к Силкаю и завершить задание. Нажимаем задание. Возвращаемся в Хаян. Смотрим, у нас задание исчезло. Смотрим нашу сумку. У нас вот появился такой вот сундучок. Мы его открываем. Там у нас 3 лепестка и 5 пилюлек Тайсу для нашего уровня. И, кстати, уровень нам тоже должны были немножко поднять. Пока у нас с вами наш персонаж вот этот не достиг третьего уровня, у нас не активен магазин. Поэтому в данном случае листиками я его этими покормлю. Лепестками клевера я его буду кормить, пока не достигну третьего уровня. А как это будет выглядеть, когда будет идти уровень, я вам сейчас покажу на другом персонаже. Открываю. Вот у него уже кормить не работает. А зато появился магазин, где мы можем обменять наши лепестки клевера на разные нужные нам вещички. Очень полезная вещь и пригодится по игре. Так что не забывайте выполнять эту ежедневку. В основном чаще всего там выпадает задание пройти инстанс лотоса, то есть это задание вы выбираете, выходите лотос, ждете, когда здесь собирается команда, или собираете команду сами и выполняете задание. Когда вы победите, ваше задание выполнено. Удачи! До новых встреч в игре!